Next day, you can put the oil and you saute first. Mm-hmm. Before you put water. Water, yes? Yeah. Little bit there. This is the sauce, ketchup. Ketchup. Mm-hmm. This Shoyang sauce. This is ketchup, the salt. Mm-hmm. This is the chili powder. Смотрите, этот фрукт или овощ, который мы сейчас пускаем на суп, он выглядит вот так вот, как круглый. Он чем-то похож на обезьяний хлеб. В России есть такие. Вот когда этот овощ разрезан, он выглядит вот таким вот образом. Непривычный, да. You can use also jackfruit. Смотрите, какой суп получается. Супик меняет цвет уже потихонечку. Смотрите, как Неоман замариновал курицу в банановых листьях и с различными специями. Что он туда добавил? Говорит, синконг. Местная сладкая картошка, как я понимаю. Синконг это ada bang beli ni, lagi beli синконг. This time the синконг. Тем временем наш суп варится. Суп индонезийский. Мы сейчас будем пробовать, наливаем сейчас индонезийский балийский суп в тарелку, которая сделана ручным методом. Ну что, настало время, когда мы будем пробовать этот балийский суп. Итак. Ух, он остренький, солененький. Хотя нам положили в два раза меньше перца. Мы попросили немножко. Чуть-чуть остренький. Попробуем вот этот овощ. Похож на мясо даже. Реально. Как будто вы жуете мясо. Даже волокна. Я не знаю, видно будет на камере или нет. Волокна похожи, как будто бы это мясо. А внутри еще орешки есть. Смотри. Внутри мяса есть орешки, все верно. Вот, смотри. Вот орешек, внутри прям. Семена, как орешки. Вкусные орешки, похожие, знаешь, на абрикосовые семечки. А мне кажется, фундук молодой. Может быть, да. Очень вкусно.